Вот у нас сделали такой ремонт после. Поставили ящички, покрасили. Вот, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста. Вот как нам сделали ремонт везде. Вот, приятно в подъезд зайти после стольких лет разгрома. Все аккуратненько, все, пожалуйста. Вот, посмотрите, показываю вам. Дети все рушат, все ломают. Вот уже раскрошили баночку под Wi-Fi. Вот, пожалуйста. Ну, сегодня электрики приходили, закрыли. Вот бутылка пива стоит. Они тут выпивают. Вот на втором этаже. Вот, пожалуйста, ящички все закрытые. Двери поставили. Двери. Соседи у нас хорошие. Вот, пожалуйста, гляньте. Вот у нас тут все опять, как сказать, разрушили, разломали. Это же дети варвары. Это что творится? Ящики все погнули. Все ломается, все. Вот у нас прекрасная подъезд. Зайти приятно. Все покрашено. Вот, двери вот эти постоянно выломаются. Тут гасятся дети. Также сейчас поднимусь на второй этаж, покажу, где они, в какой квартире тоже по ком 4 обитают. Вот в этой квартире. Вот в этой квартире. Они постоянно обитают. Здесь постоянно летом собирается шалман, бьют, наркоманят и так далее. Слышны голоса. А вот, просто страшно заходить, как бы не связываемся. А вот, ну и как бы и милицию боятся вызывать. Ну и вот такой вот ремонтик сделали. Здесь вообще была все разруха. Стенка вот эта была вся вывалена. Вот, посмотрите, как красиво сейчас сделали. Сейчас ничего не течет. Здесь ступеньки постоянно были скользкими. Сделали ремонт, сменили проводку везде. Посмотрите, вот, пожалуйста. Вот, все сделали, все побелели. Дети здесь курят, ломают все, разворачивают. Это что такое? Это какой-то кошмар. Вот, здесь подвальные двери постоянно взломаны, открыты вот. Подвал открытый, вот, здесь дети лазят, ой, это вообще кошмар просто, а вот, так что вот здесь они обитали, вот, как бы так, ну и вот после ремонта такой подъезд, после долгих лет разрухи, здесь 6 лет разруха была, неимоверная.